блядь. Хочешь, блядь? У нас есть оружие, блядь. Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, блядь, и вся страна твоя будет под водой Атлантического Тихого океана. Ты с кем шутишь, блядь? Ты подумай, блядь. Ты понял, чем кончил Бонапарт? Чем кончил Гитлер? Все остальные. Ты совершишь историческую ошибку. Твой папа тебе благодарен не будет. Забудь его, твоего папу. Твои генералы тебе говорят, не начинай войну. Еще не поздно. Еще 21 июня 41 года. Но если завтра утром ты пошлешь свои самолеты на Багдад, твоя собственная могила. Ты сам сдохнешь в этой войне. И тебя не будут хоронить. Потому что ты ударишь по всей стране, по всему человечеству. 6 миллиардов людей не хотят этой войны. 6 миллиардов. Ты малограмотный, можешь читать? 1, 2, 3, 4, 5, 6 миллиардов. Вся планета против тебя. Ты один хочешь войны? Это, блядь, Кондолиза Райс. Это получерная, блядь, которой нужен Мерин, блядь. Мы пришли сюда. У нас в Таманской дивизии, блядь, ребята ее успокоят, блядь. Успокоят в казарме за ночь. И она не будет ходить войны, блядь. Она захлебнется в русской сперме, блядь. Из ушей попрет. Это не Моника Левинский. Она раз отсосала, блядь. А здесь так ей все отсосут, нахуй, что она на карачках поползет в американское посольство в Москве. Джордж, остановись. Комбат! Батяня! Джордж, давай в казино, в Лас-Вегас и все заканчиваем. В Багдаде все спокойно.